Представители разных регионов страны примут участие в межрегиональных соревнованиях по национальным видам спорта. 19 и 20 августа в поселке Привольный Яшпольского района состоится праздник, посвященный Дню айратской славы, а также в честь 55-летия со дня основания племенного завода «Улан-Хёч». В праздничных мероприятиях ожидается выступление артистов республики, а также состязания по конной и традиционной стрельбе из лука. Кроме этого, пройдет мастер-класс от участников по барге Надан, бурятская версия альчиков. Также любой желающий сможет попробовать свои силы в разбивании хребтовой кости. Рады приехать сюда. Радушный очень прием. Будем стараться состязаться. Мы прекрасно понимаем, какие у нас соперники. Но, опять же, эти соперники наши же учителя. Разбить именно надо вот голой рукой. Мы должны вот это взять одной рукой. И на весу мы должны вот это сломать вот. Мы с удовольствием вам покажем эти две игры. Я надеюсь, что в Республике Калмыкии эта игра понравится и, как говорится, получит свое развитие. Заявки для участия уже подтвердили представители Бурятии, Башкортостана, Дагестана, Иркутской, Ярославской, Астраханской областей. По словам организаторов, масштабное спортивное событие не только формирует здоровый образ жизни у молодого поколения, но и сохраняет национальные виды спорта, укрепляет дружбу между народами, проживающими на территории страны.